Коммунистическая партия Российской Федерации выпустила медаль «Дети войны. 1928-1945 год». На лицевой стороне медали, на фоне лучей прожекторов и летящих самолетов, рельефное изображение двух детей. Девочки с хлебными колосьями и мальчика, вытачивающего деталь. Верхний полукруг занимают надписи «Дети войны», помещенные между годами 1948-1945. Нижний полукруг декорированный лентой с аббревиатурой «СССР», помещенный между двух лавровых ветвей. На оборотной стороне медали эмблема КПРФ. На фоне раскрытой книги скрещенный серп и молот, символ Союза рабочего класса и крестьянства. Под эмблемой надпись КПРФ. По кругу надпись. Россия, труд, народовластие, социализм. По окружности четко выраженный кант. Гурт медали гладкий. Медаль при помощи ушка и кольца крепится к пятиугольной колодке с муаровой лентой, с черными, голубыми, белыми и желтыми полосами и красными. Колодка имеет заколку для ношения на одежде. Медаль изготовлена на предприятии «Челзнак», изготовлена из латуни. Весит медаль 20 грамм, диаметр 32 миллиметра. Награда не является государственной и разрешена к обороту. Средняя цена 300 рублей. Эта медаль куплена на рынке за 400 рублей.